А может она не взять, суки? Не, у нее тяга больше единицы, она вертикально, можно ее подкинуть, она уйдет. Ага. Еще даже сильнее мотор можно поставить, да? А если вот так просто отпустить, она этот, будет? Ну вот сейчас увидите. Она планирует, да? Она планирует. Не, ну сколько-то будет, но это все-таки не планер. Сделай это, вот знаете, что мне было интересно? Что ты его вот так сделал? Вот так, разворот что сделал, так, вверх, вот так. Круг. Петлю? Да. Да, центровка у нее, что-то не угадал я. Батарею надо еще вперед. А можно сильную батарею поставить к нему? Мощную? А там и так мощная батарея стоит. Ну 7 минут тебе хватает, ну? Нет, больше хватает. Просто я запас всегда оставляю в батарее. Да, сколько она хватает вообще? Ну где-то 15 минут хватит. А можно еще мощнее поставить? Не стоит, уже тяжелая очень будет. Ну и так, сними камеру, вместо камеры, вот без камеры, что есть, вместо него батарею прибавь. Ну, смысл? Вот я без камеры хочу, а камера на 300 грамм весит. Вы устанете 20 минут летать. Серьезно? Конечно. Почему нас много? Слушай, будем передавать эстафету. Ну, дай бог, чтобы так научились. А если летать. Вот она цепляет, ну она сможет стать, если захочешь? А? Хоть цепляла бы, если бы в воде. Нет, сейчас очень длинные винты, я говорю. Но с семерками еще, может быть, взлетит, а с восьмерками точно нет. А на сколько она? Анга поднимется. За сколько она поднимется вот так? Вертикально. Не, но... Потеряй там. Не-не, сделай-ка вертикально. Сколько сможет она пойти? Ну, сколько сможет, сколько видно будет, столько сможет. Анга, но... ну подними но... хоть метров 10-15, 20 подними. Пусть посмотрим, потом спустишь. Ни хрена себе! Молодец! Не, стоит ее взять, стоит. На и на хорошо. Ара, кидай уйдем, да, сарам, да, и на халки дяво, да? А где, как тебе как телефон, я могу могим за то, что где-то спасти, да? Когда ух ты, без да, как где-то, да? Земля сахар кидя, а где, как тебе как рыб, пришли на вегаре. Спасти с таким сценарием, ко? Опа! Там мере питона... Раме ремонт так сидел, потому что не хвалит, куда есть, там и просто как где-то, да? Вы стоите, чтобы заказ дали сделать? Или как? Знаете как, если вы такую же хотите, если такую же хотите, набор продается прямо в Штатах. Заказывайте, я вам это могу собрать. Но, значит, вот только фюзеляж, только один пенопласт, стоит около 100 долларов. Еще к нему электроника, еще 100 долларов. Но есть другие варианты, немного подешевле, но не такая точно, другая немного. Ну вот надо поискать в интернете что-то подходящее, потому что это немного для пилотирования трудноватый аппарат, он не так легко пилотируется, как вот. Я все-таки делал его по фотографиям, у меня точных чертежей не было, и центровку немного промахнулся. Там вот надо новый фюзеляж делать, я как раз собираюсь. Это уже высший пилотаж. Вот принеси вот его сюда, да, поближе к себе. И потом, знаешь, как, выпрями и дай резко, как она уйдет. Или в бок, как она может резко уйти. Сколько километров сейчас она развивает? Ну, не больше 50. Не больше 50, да? Ну его тут. На сколько метров? Его ни хрена ни с чем не собьешь его. Пока видно. Пока видно. Вот пока вы его видите, да. Вы можете управлять. Дальше. Значит, может
То середине. Ну, километр можно, но километр полтора он будет работать. Но вы его больше 200-300 метров уже не сможете управлять. Потеряется. Потеряется, конечно.